закончили проклейку вибропоглощающими материалами, закатали багажник, проклеили крылья, арки, арочки со стороны крыла, все тщательно проклеено и прокатано валиком. Вот такая красота теперь у нас в багажнике. Готовы 4 двери, также внутренняя поверхность двери, проклеена вибро и все прокатано. Задняя дверь, передняя водительская, все проклеено, прокатано. И готов салон, максимально сняли вибрацию со всех элементов, проклеили все и тщательно прокатали валику. Приступаем к проклейке шумопоглощающих материалов.